Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал вкусного и здорового питания. В этом видео для вашего внимания представлен рецепт вареной колбасы из гороха. Для приготовления понадобится 1 стакан лущеного гороха или гороховой муки, 2 столовые ложки сока свеклы, 1 неполная чайная ложка соли, пол чайной ложки мускатного ореха, 3 столовые ложки растительного масла, молотый кориандр, молотый черный перец и 2 зубчика чеснока. Если у вас не мука, а целый горох, то его необходимо измельчить в муку. Сотейник или антипригарную сковороду налить 2,5 стакана фильтрованной воды и закипятить. Пока нагревается вода, необходимо измельчить чеснок. В кипящую воду засыпать муку и перемешать. Добавить туда же сок свеклы, соль, чеснок, мускатный орех, растительное масло, пол чайной ложки кориандра и 1/3 чайной ложки перца. Все перемешать и варить на медленном огне до полного выпаривания жидкости и загустения массы. Готовую колбасную массу поместить в пластмассовую емкость для придания формы и охладить в течение 5 часов. Вареная колбаса готова. Всем, кому понравился мой рецепт, жмите палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Питайтесь правильно, живите счастливо, берегите себя и будьте здоровы. Всем пока!